Ну, в общем, вы поговорили, и я больше не буду с ними гулять, я только если мастер-класс какой-то организован. Я понял, что взрослые против все. Так нельзя делать. Ну вот, хорошо, что вы поняли. Что, брали? Просто у меня тревожное, депрессивное расстройство, я лечусь у психиатра. И я боюсь, что вы сказали родителям, они вызовут полицию. А полиция может пытать просто человека. Ну, у меня всякие странные мысли такие. Я, короче, не буду больше вообще с детьми гулять и ничего не делать. Только если мастер-класс или... Присутствие родителей. Да, присутствие родителей, да. Я так и хочу. Вот реально, я так и хочу. Ну ладно, в общем, спасибо вам, до свидания. Поговорил сейчас с этими, которыми разговаривал, когда видео под названием «Чуть милицию на меня не вызвали», вот это они и есть. То есть, в принципе, люди все понимают, все нормально. Да я все понимаю, я просто хочу нормально проводить мастер-классы, быть нормальным воспитателем или каким-то, я не знаю, какие там названия у этих взрослых существуют. Ну, в общем, я понял, что взрослые, я понял, что нельзя вот так вот просто так с детьми гулять, играть, там, рисовать. Я понял. Я это понимаю. И вызывают всегда милицию женщины.